Французский теннисист Люка Пуй нанес поражение бельгийцу Стиву Дарсису и принес сборной Франции победу в Кубке Дэвиса. Решающая игра финала, прошедшая в воскресенье в Лилле, завершилась победой французского теннисиста со счетом 6-3, 6-1, 6-0. На корте соперники провели 1 час 34 минуты. Общий счет финального противостояния 3-2 в пользу сборной Франции. Отмечу, в последний раз французы становились победителями Кубка Дэвиса в 2001 году, когда в финале со счетом 3-2 обыграли австралийцев. Всего на счету сборной 10 победных финалов в истории проведения турнира.